Предложения «Единой России» по обеспечению социально-экономической стабильности уже обсуждаются с представителями министерств. Среди них освобождение граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержка авиаперевозок и гостиничного бизнеса, контроль цен и многое другое. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок, что позволит сохранить рабочие места.